Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Геннадий Бабак. Сегодня поговорим немножко о трендах, о том, можем ли мы, собственно, эти тренды предсказать, нужны ли для этого роботы. То, что вы видите сейчас, сегодня у нас вот 20.09, в Киеве жарко, под 27, это 20 сентября, налицо глобальное потепление, да? Ну, собственно, я не об этом. Здесь вот эта стратегия, в этой стратегии установлена Total Dollar Stop, то есть это лимит потерь дня по стратегии $100, а Total Dollar Target это лимит по профиту, да, то есть когда мы зарабатываем 300 баксов, то вы, соответственно, видите, что машина сама как бы закрывает эту торговую стратегию, все позиции выключает и так далее. То есть здесь, в принципе, была бы гораздо больше прибыли, если бы там не стоял такой ограничивающий Total Dollar Target, да, но я не об этом. Я хотел сегодня немножко поговорить о том, что помогает делать робот человеку, да, то есть давайте представим, скажем, ситуацию, если мы с вами понимаем, как работает схема, обычные варианты, например, что роботы могут вам помогать. Вот есть, например, какая-то консолидация, да, уровень, пускай это 30 минут. То есть 30 минут, вот здесь стоит цена, там и так далее, вот как-то это все так выглядит. Потом идет вот эта штука, да, и понеслась. Для того, чтобы определить вот такой паттерн, да, вот здесь у меня есть 30-минутный брейкаут, 30-минутная консолидация, видите? Давайте просмотрим эти паттерны, то есть стоит сканер, то есть вот это вот была 30-минутная консолидация, так понимаю, у него. Вот здесь было пробитие, и пошло это все дело вверх, да? Таких сканеров здесь огромное количество. Здесь есть в тайморе поглощение, так называемое. То есть я могу отслеживать поглощение одной свечи другой свечой и так далее. Вот эти сигналы мне показывают, когда, на каком уровне, какая свеча чего поглощает. То есть это для более мелкой работы. Но я хотел поговорить как бы вот об этой стратегии, которая использует простой принцип. Очень простой принцип. То есть, как бы, смотрите, и он, в принципе, подойдет вам, вы можете и без стратегии это делать, но стратегия просто делает это на автомате. То есть, что происходит в обычной ситуации? Ну, давайте рассмотрим эти графики. Любой такой график, любой, он начинался с обратного движения. То есть, вот она падала там, грубо говоря, да, вот сюда, давайте рассмотрим. Вот было что-то такое, вот теперь потом было что-то такое, да. И сейчас вот что-то такое. Значит, опять же, возвращаемся к теме маркетмейкеров. То есть, маркетмейкеры покупают везде, где продается. Эта стратегия делает то же самое. То есть, она микролотиками покупает на том расстоянии, которое я там установил в этой стратегии, формируя таким образом среднюю цену. Вот где-то здесь формируется средняя цена. Могу ли я предсказать движение, глубину движения вниз? Нет. Маркетмейкеры, в принципе, его тоже не могут предсказать по большому счету, так как он не один этот маркетмейкер, да? Я так думаю. Вот, соответственно, у них та же история, но принцип всегда у них одинаковый. То есть, когда цена падает, они покупают по чуть-чуть покупают. Когда цена разворачивается и происходит вот это, у них здесь средняя цена вот тут. Вот и средняя цена. И, соответственно, на выходе уже большим лотом, и, кстати, здесь, то, что я делал сегодня, как бы здесь я докупался. То есть, когда мы видим вот такой разброс и шатание, вот на этом этапе, когда тут еще ничего не понятно, здесь вот, грубо говоря, где-то вот тут ничего не понятно, да? Но машина по чуть-чуть на вот этих движениях она покупает. Там тоже есть алгоритм, конечно, не все подряд покупается, но принцип одинаковый. Когда идет вот такое мощное движение, прорыв и идет движ уже на бай, вам выгодно ручками все равно долиться, понимаете? Потому что это как раз, вот эти вещи уже очевидны, потому что идут, видите, кроссы иены растут, то есть иена падает по всем фронтам и так далее. Чего не заработать денег, тем более, что ваша средняя позиция уже была готова, понимаете? То есть одно из как бы преимуществ таймора это в том, что мы можем это видеть. Вот эти вот наборчики, я могу это все поставить на демо, вот то, что вы сейчас видите, да, это трейн аккаунт. И на реале я могу
даже меньше открывать позиции, чем он открывает, но по идее я должен это делать, да, то есть я должен набирать среднюю позицию, чтобы в тот период, когда идет движение в мою сторону, моя средняя цена, ну, я не могу, мы не можем с вами предсказать одну вещь, когда это произойдет. Поэтому, когда это произойдет, вам набирать позицию будет уже поздновато, вот в чем петрушка. Поэтому мы набираем эту позицию по этой стратегии немножко заранее. Я попробую показать вам это сейчас на любом дне на бэктестере, если получится. Что тестинг сейчас Робофорекса ведется на реале. Ну, в демо-режиме, но в режиме реального времени. Да, то есть я те стратегии, которые я хочу потестить, я смотрю в течение дня. Вот она у меня просто висит. И если я замечаю что-то интересное, да, то я, соответственно, открываю эту стратегию и так далее. Так что тоже не то понажимал. И попробуем еще раз. Ну, вот она, да. Ну, давайте возьмем, закачаем еще не закачанный какой-то день. Понедельник, например. Сегодня среда. И посмотрим, что там было в понедельник, что происходило бы, как происходил бы набор позиций по вот этой стратегии. Очень часто они сразу плюсовые. Но надо привыкать к идее о том, что, в принципе, если вы работаете правильно, скажем так, по логике, то большую часть времени ваши позиции должны быть как раз минусовыми. А короткий период времени, когда вот эта цена, средняя цена сформирована, вы вовремя в рынке и так далее, вы можете удалиться там крупно и так далее, потому что идет активный тренд в вашу сторону, и это очевидно, вот как сегодня, да, что невозможно не заметить. Да, в этот период времени вы, если вы там крупно доливаетесь, вы должны быть за компьютером, потому что, ну, за крупными доливками этими надо следить, это понятно. Но как раз в эти дни вы можете сделать план недели, дня, там, месяца и полугода. Понимаете, о чем я? Если все под присмотром у вас, да? Так, посмотрим сейчас, откроет ли мне автоматом эти стратегии или нет. Если нет, откроем ручками. Так. Так, я даже не уверен, она ли это. Ну, сейчас посмотрим. Ну, примерно. Здесь на той стратегии, скорее всего, внесены изменения в части стопов там. Здесь их может не быть. Но логику вы увидите. И также набор, скажем, пар там другой, больший. Опять же, логику вы увидите здесь. То есть машина здесь ждет формирование так называемого треугольника. В данном случае, вы видите, эти входы не стоят по биду, а стоят несколько ниже. Вот. Но когда этот вход захлёст, этот происходит, идет захват. Когда вы как бы это все покупаете, мы с вами настраиваем под вас, под ваш образ жизни, под вашу стилистику трейдинга. Так, что-то у нас сегодня такое движение, как будто танки ездят. Настраиваем это все под вас, чтобы вы понимали, зачем вам робот, чем он вам может помочь и так далее. Потому что, как бы, трейдер все равно вы, собственно говоря. Ну вот. Так это будет выглядеть. Да, видите? То есть, когда цена пойдет ниже, этот робот будет, то есть я захожу минимальным лотом, микролотом, да? Объем этот высчитывается в зависимости микролота от вашего депозита. Но в данном случае я осознанно набираю позицию при движении против меня. Да? То есть, по практике, в большинстве случаев движение, вот эти треугольники, если они пробиваются, так как этот показан, да, то есть оно идет куда надо. Но если оно идет против вас, у вас есть два варианта. Или вы будете оставить эту позицию просто микролотом, или будете делать то, что я делал вот сегодня. Вчера я делал, чтобы сегодня как бы увидеть эту прибыль, которую я вам показал на предыдущие там, пару минут. То есть позиция набиралась, потом мощный разворот, и понеслось все. Дальше вы просто доливаетесь.
закрываете эту прибыль и занимаетесь дальше своими делами. Okay? Ну вот, например, у нас по евро-иене это произошло, да, уже два открыто. И по евро-иену и доллар-франк. Ну и очень часто, собственно, происходит то, что вы видите сейчас, да, то есть идет захлест, бах, срабатывает и понеслось. Здесь вы уже должны смотреть на то, что происходит в рынке. Для этого здесь вот мы видим, да, то есть синхронистичности наши показаны в рынке. Если вы находитесь в этот момент за компьютером, вы можете доливаться, то есть вы можете поработать крупнее. Если вы не находитесь за компьютером, да, у машины стоят тейк-профиты дальние, собственно. И остаются также лоты, которые она будет держать до упора, пока вы ее не выключите, грубо говоря. Ну, никто не отменял вот эту тему, что здесь заранее устанавливается лимит потерня. Это для тех, кто подумал, что а как же, если оно там сильно глубоко вниз пойдет, у вас есть лимит потерня. На истории реально там все просчитывается для вашего депозита. И есть лимит take profit. То есть, если вы не хотите, ну, не хотите отслеживать, что там происходит неделю, можете поставить take profit и идти заниматься своими делами. Такие мысли сегодня. Эта стратегия тоже, как сейчас все остальное, дается только в рамках коучинга. Никаких отдельных стратегий я теперь не продаю. Есть желание, есть деньги, стучитесь, будем общаться, будем делать из вас думающего, понимающего инвестора, трейдера и так далее. До всех, до следующей встречи. Всего хорошего.